Привет, друзья! Я Дарья Поздняк. Сегодня я показываю вам все коррекции. Завтра стяжка. И сейчас я вам все покажу. Значит, мы входим. И пошел у нас вот здесь юго-восток, выступ. Вокруг юго-восточного выступа у меня лежат медные спирали. Вот так уголочком 5 штук, треугольные. А в двух спиралях поверх там лежат еще по кусочку меди. Рядышком здесь же на востоке, вот оно местечко, здесь лежит медь и 3 красных коралла. Значит, идем дальше от юго-востока. Здесь пошло утяжеление камнями. Это юго-восток переходит в юг и ближе к санузлу в юго-запад. Подходим к санузлу, к юго-западу. Вокруг юго-западного санузла лежат спирали квадратные, железные. По-моему, 11 штук. У меня они остались в той квартире, поэтому их такое количество. Это у меня пеноплекс под ногами шуршит. Так, вот, значит, спирали полностью обходят санузел. Здесь еще утяжеление камушка у меня в конце. Они обходят санузел, а здесь перед санузлом на юго-западе утяжеление камнями. Дальше мы заходим в санузел, и вот у нас утяжеление камнями. Здесь, где стяжки нет, я просто положила подальше от коммуникации, не вплотную. Вот, и где-то я врезала вот так. Дальше в помещении у нас вот здесь по центру. Ритуал Ратнадьяи. 9 точек по овалу. Овальный силуэт. Это ритуал Ратнадьяи. Все точечки уже закрыты, все камушки. Вот здесь на севере, в Сомападе, жемчуг с серебро и из белого мрамора блюдце. И вот здесь на северо-востоке у нас то же самое, жемчуг и серебро. Вот эти две гири оказались лишними. Они по 5 килограмм из металла. Они должны были там же утяжелять, вон там на юге и юго-западе утяжелять. Там, но Михаил привез очень много камней. Больше, чем я просила. Я просила 100 килограмм. Я думаю, что здесь, честно сказать, под 200, мне кажется. Я больше 2 часов лазила, все это дело вырезала. Вот, и вот среди прочего, вот эти 2 огромных камня, они большие, то есть смотрите, вот моя нога, у меня, правда, маленький размер, 36-37, но они огромные, вот эти 2 огромных камня. Вот так я прям все прорезала, каждый камушек, вся рука в мозолях, возилась я, говорю, больше 2 часов, вот так я все красиво нарезала. Пела разные песни, чтобы не уходить в негатив. Потому что очень, когда тяжелая работа, начинаешь думать всякие гадости нехорошие. Чтобы себя вернуть в адекватное состояние, я пела песни. Не знаю, что там соседи, но по сути-то мне все равно. Вот, резала сегодня все это под камушки. Вот так. Все тут у нас на... Ну вот в эти мелкие кусочки я не полезла врезаться, потому что они разлетятся. Я старалась резать пеноплекс так, чтобы он не повылетал у меня, чтобы целостность сохранилась. Завтра у нас будет стяжка, и все это уйдет под стяжку. А вот эти гири, так как он привез очень много камней, больше, чем я просила, я решила, что они здесь будут излишни, и я их заберу в квартиру моей мамы, потому что металл, он хорошо складируется, куда-то можно положить, места мало занимает, а вес хороший, то есть вот они по 5 килограмм, 10 килограмм получается. Здесь у меня вес уже перебор, а там пригодится. Все, друзья, с вами была Дарья Поздняк, до новых встреч!